сегодня рассмотреть. Я всегда поднимаю какие-то наиболее такие актуальные, наиболее часто повторяющиеся вопросы, систематизирую их и, самое главное, выношу. И я взаимно очень-очень рада вас видеть, что вы со мной рядом. Значит, смотрите, сегодня мы с вами посмотрим все-таки, ну, недаром же были приложены огромные-огромные усилия. И я уже рассказывала вам свою историю, что когда начала работу в компании, то первое, с чем столкнулась, конечно, это создание собственного блога, страницы захвата. И первое время я прямо каждому партнеру делала отдельный блог, отдельно учила продвигаться, как это все сделать, как донести свою информацию тем, кто любит посещать интернет. Но получилось так, что каждый раз изобретаешь новый велосипед. Вот каждый раз сталкиваешься с тем, что надо, ну, хотя, конечно, с большой любовью делала каждый блог. Вот порядка 30 блогов я сделала. Из них, дай бог, если хотя бы блога 4 в настоящий момент по-настоящему действуют. В том числе один из них это мой. И 3 партнера, которые продолжают работать со своими блогами. А остальные... Получилось так, что как цветочек посадили, и потом забывали его поливать, забывали в него добавлять какую-то важную информацию, забывали его продвигать, и, конечно, он просто-напросто угасал. Вот. Для того, чтобы не изобретать вот так вот каждый раз велосипед, для того, чтобы дать своим партнерам, и не только своим, а еще и тем, кто, в принципе, мы в одной компании, в одной прекрасной, замечательной компании, которая предлагает людям те уникальные императорские продукты, компания, в которой я горжусь, что вовремя оказалась. И наверняка вы сами сейчас осознаете тоже, что это действительно очень перспективно и в плане физического здоровья, и финансового здоровья. И поэтому, чтобы дать всем нам, вот мы все в одной такой замечательной компании, всем нам равные такие условия продвижения, чтобы вот появился общий такой рупор донесения одной целой, целостной информации до всех людей мира. И была придумана вот эта вот система, которую первое время я называла вместе со своим партнером Олегом Колчаковым «Система Empire», то есть «Империя». В настоящий момент Олег немножко, так скажем, ушел, занялся другим проектом, но каждый имеет право на свой выбор, каждый сталкивается с какими-то трудностями и считает, что это его очень огорчает, надо заняться чем-то другим. Я продолжаю все равно поддерживать эту систему. На сегодняшний день я ее называю «Партнерское сообщество «Новая эра». И хочу сказать, что задача здесь ни в коем случае не продвинуть команду Ольги Кауровой. Там нигде вы не увидите моего имени, нигде не увидите вы никаких контактных данных, скайпа, телефона. Эта система создана для вас, для всех. Вот понимаете, на самом деле, я уже как-то повторяла эту пословицу, на самом деле благодарна своим родителям, которые как раз вот внушили это, дали понять, что все вместе мы когда, то гуртом легко и батьку бить. Вот так у меня говорили родители. Вот. А если мы будем как лебедь, щука и рак, каждый сам себе создавать вот этот вот велосипед, каждый отдельно делать блог, кто как понял, кто как куда ушел, насколько он еще эксперт, насколько он понимает правильно позиции компании, насколько он располагает достоверной информацией, все это в конечном итоге приводит к тому, что телега одна, а тащим все в разные стороны. Так вот, чтобы вот этот инструмент у нас с вами работал, я как раз и хотела вам предложить еще раз сегодня пройтись по тем моментам, почему-то слайд не переключается. Так, еще раз. Я хотела вам сказать, что основное, что нам дает вот эта возможность использовать единую страницу захвата, единую партнерскую такую систему «Новая эра». Это, во-первых, то, что мы
с вами получаем безграничный инструмент, который работает на безграничном пространстве. Вы понимаете, что интернет – это глобальная паутина, это глобальная сеть, которая касается, можно сказать, уже детей с детсадовского возраста, потому что им показывают теперь на планшетах через интернет какие-то видики, и заканчивая самыми-самыми уже такими людьми преклонного возраста, которые находятся не всегда в каком-то обществе и находят радость жизни в том, что просматривают страницы интернета. Так вот, наша вот эта вот система, она как раз и дает такую возможность дойти, взять такой большой рупор и дойти практически до всех людей, кто связан с компьютерами, кто связан с интернетом. Мало того, эта система дает нам автоматизировать наш бизнес. Понимаете, вам не надо тратить время на повтор какой-то одной и той же информации, на создание каких-то инструментов, которые помогли бы вашему бизнесу автоматически доносить информацию. Мало того, вот та же страница захвата, это, ну или как бы страница landing page, кто ее как называет, это страничка, которая дает вам возможность быстро стартовать. И мало того, это как раз уже более профессиональное продвижение бизнеса. Понимаете, на основе какой-то единой системы, единого вот этого инструмента. И кроме того, это все-таки уже проверенная информация, это единая система знаний о компании и продуктах. Не там, где каждый, кто как понял, тот так и преподнес эту информацию. А это то, что уже проверено, то, что уже конкретно компании популяризируется и доводится до всех партнеров. Ну вот, Евгений, вы как раз привели ссылочку, которую вам дал ваш конкретный партнер. У каждого она своя, эта ссылочка. И вы сейчас, вот смотрите, после предпоследней слышки, вот где у вас идет Асгард 336. Это вам ссылочку дал конкретный партнер. Если сейчас участники чата пройдут по этой ссылке, то они все окажутся уже как бы в вашей структуре, в этой системе. Но я сейчас об этом чуть позже поясню. Вот смотрите, на самом деле вот эта вот комплексная бизнес-система и единого такого партнерского маркетинга, она прежде всего предполагает, что вы видите всю свою структуру, видите всю свою команду, вы имеете возможность управлять этой командой, и там у вас есть контактные данные, которые видите только вы. Те партнеры, которые зашли по вашей ссылке, вот, например, Евгений, если по его ссылке кто-то пройдет, он будет видеть всех, кто прошел по его ссылке, будет видеть их странички ВКонтакте, будет видеть их телефоны, будет видеть их электронные адреса и скайпы. Но основная задача – это не по действующим партнерам, а использовать вот эту ссылочку для привлечения новых партнеров. Мы же с вами понимаем, что мы пришли не только за здоровьем, но еще и мы пришли строить свои бизнес-системы. Мы пытаемся оздоровить свое финансовое здоровье. А каким образом мы можем работать по маркетингу? Понятно, что нам нужны структуры. Так вот эти вот ссылочки наши индивидуальные, персональные, они у всех абсолютно индивидуальные. Никак они не повторяются. Они дают возможность автоматически привлекать все больше и больше количество людей. Причем людей никого попало. С самого начала страничка захвата имеет конкретное целевое направление. Она сразу же там говорит о компании, она сразу же говорит о сетевом бизнесе, она сразу же расставляет акценты. Те, кто в конечном итоге заходит и регистрируется, это уже люди, которые конкретно пришли в компанию. Те, которые готовы принять от вас информацию и работать с вами дальше. То есть вам не надо лишний раз тратить время на то, чтобы выяснить, интересует ли его вопросы здоровья, интересует ли его сетевой бизнес. Уже половина вопросов отпала сама собой. Это пришли целевые ваши потенциальные партнеры.
Я сейчас еще раз повторюсь, что делаю акцент именно на том, что потенциальные партнеры это не столько для действующих, для привлечения действующих партнеров, сколько именно новых. На прошлом сайте подводном сейчас мне заново регистрироваться можно. Зачем? Оксана, если вы уже один раз зарегистрировались, то повторно регистрироваться не надо. Зачем? Она вся есть, она вся действует. Если есть какие-то вопросы, вот давайте сегодня как раз попробуем по ней пройтись и разобраться, почему не все до конца используют возможность работы вот этой вот автоматизированной системы. Мало того, когда людей, которых вы волей-неволей привлекли с помощью своей ссылки, те люди, которые у вас именно целевым образом зашли, зарегистрировались в этой системе, вам нужно помочь им обучиться. Так вот, там все необходимые материалы для обучения. Они могут прочитать о компании, они могут прочитать о продуктах компании, увидеть всю информацию без вашего участия, пройти, посмотреть тренинги, которые мы проводили, посмотреть записи наших докторов, посмотреть записи наших вот изюминок по маркетингу, там в том числе, где какие у нас есть вопросы, там есть раздел вопросов и ответов. И мало того, именно с помощью вот этой вот системы вы, видя, например, что партнер, там есть система учета того, сколько кто под кем в вашей команде зарегистрировался, то есть просто статистическая такая информация. Если человек у вас в структуре, грубо говоря, ну, простаивает, да, зайти зашел, зарегистрировался, но движений никаких нет. У вас есть возможность его промотивировать, есть возможность дать ему вот увидеть просто информацию, не обзванивая, как у тебя дела, не тратить время на телефонные звонки там, или соединение через скайпы, а прямо конкретно в этой системе посмотреть на статистику и опять же подключиться к управлению своей структурой. То есть это единая замкнутая система, которая очень легко потом повторяется любым из ваших новых партнеров. То есть все, что он получит от вас через эту систему, он легко сможет применить через выполняя все те же самые действия уже на своих структурах. Когда мы с вами заходим в эту систему, то мы первое, что с вами получаем, да, это продающий сайт. Вот то, что я говорила, страница захвата. И еще раз повторюсь, что здесь заходят люди к нам уже те, кто конкретно заинтересовался, потому что здесь он получает первое свое знакомство с нашим бизнесом, с нашей компанией. Он первый получает вот эту информацию. И если только эта страница его привлекла, то дальше он, конечно, набирает свои данные. Там необходимо всего лишь ввести имя и свой e-mail. Зачем нужен e-mail, я тоже чуть ниже поясню. Когда мне начинают задавать вопросы о том, что многих людей отпугивает о том, что надо вводить свой e-mail, извините, мы не занимаемся здесь каким-то спамом. Сюда приходят только те люди, которые пришли и заинтересовались этим бизнесом. Вот скажите, пожалуйста, как донести вот в настоящий момент более 3000 человек зарегистрированы в этой системе? Как до всех разом донести информацию о том, что у нас сейчас проходит такой лидерский тур, Алексей Дзя проезжает по городам, как до всех 3000 человек одновременно донести важную для них информацию? Только с помощью e-mail рассылок. Поэтому e-mail – это тот самый инструмент, который нам помогает доносить необходимую для их бизнеса, для дальнейшего развития информацию. Поэтому, когда человек после продающего сайта вот завел, попал на продающий сайт, он завел свой e-mail и свое имя, и у него появляется возможность настроить свой личный виртуальный кабинет. Вот опять же повторюсь, я много раз уже рассказывала вам о том, что в моей команде в настоящий момент более 1000 человек, но половина партнеров у меня это зарубежные партнеры, даже можно сказать уже в настоящий момент чуть больше половины зарубежных партнеров, и чем половина. И еще что хочу сказать, что 90 с лишним процентов можно считать, что все мои партнеры – это люди из интернета. То есть я с ними общаюсь с помощью своего виртуального кабинета.
У меня есть скайп, у меня есть компьютер, у меня есть мой рабочий уголок. Я общаюсь с помощью вот именно предоставленных нашим таким цивилизованным миром теперь вот этих, с помощью этих инструментов, и в том числе через свой личный виртуальный кабинет. В этом виртуальном кабинете первое, что делается, да, человек, он сразу же знакомится, все необходимые настройки заводит, которые ему понадобятся. Там же он знакомится и со своим спонсором более близко и устанавливает контакты. Ну и спонсор сразу же реагирует о том, что в его структуре появился новый партнер и знакомится со своим вот новым участником команды. Там же этот человек знакомится более подробно с продуктами компании. То есть он, по сути дела, начинает свою деятельность со знакомства, и вторым его шагом является уже то, что он, если все-таки все осознал, все принял, близко к его душе, к его пониманию, к его мировоззрению, он регистрируется уже теперь в компании «Новая эра». То есть, обратите внимание, я сейчас говорила о том, что человек зашел, когда в систему, он еще не стал партнером, он только всего лишь потенциальный партнер до тех пор, пока он там внутри не прошел по опции «Регистрация в новой эре». Когда он нажал на регистрацию, вот тогда понадобятся ваши личные данные, в том числе в личном кабинете, где вы указываете свой личный регистрационный номер компании. И человек уже не выспрашивая вас, а какой у вас e-mail, а что мне указать в регистрационной карте, там, где нужно телефон показать, а какое у вас фамилия, имя, отчество. Все данные он видит своего спонсора в своем личном кабинете, на своем конкретном вот этом вот системном инструменте. И понятно, что после регистрации уже тогда идет автоматически, у нас там сделано все-таки это электронная регистрация, у нас там с вами идет регистрация, возможность оплаты, и дальше он просто уже ожидает продукт и получает свой продукт. И следующее, что он делает, он, по сути дела, повторяет теперь все те же самые шаги для своих последующих партнеров, для построения своих структур. То есть вот эта вся система, она завязана вот на одном. По сути дела, вот ту ссылку, которую Евгений сейчас показал в чате, ему остается, это его персональная личная ссылочка, его личная продающая страничка, которую он сейчас может поставить в Скайпе, может, да, в Скайпе, ВКонтакте, там, в любых соцсетях. И вот сейчас я хочу поделиться с вами экраном и буквально продемонстрировать на самом деле, как это все делается. То, что я вам показала, вот захожу в свой личный кабинет. Вы мне подскажите, пожалуйста, вот видно вам то, что сейчас у меня на экране? Плюсики, пожалуйста, поставьте. Вы видите сейчас мою страницу? Ага, держу два компьютера, два монитора возле себя. Один, который вот перевожу на показ. Спасибо большое. А на втором смотрю на ваши плюсики. Вот смотрите. Первое, когда человек, первое, что он видит, вот у меня своя персональная страничка. Если я дам ссылку в чат, то у меня она будет отличаться от той, что дал Евгений. Открывается. Страничка выглядит для всех абсолютно одинаково. Вот на тот момент, когда я готовила сегодня с вами встречу, было 3446. Вот сейчас уже 6 человек добавились у нас в нашей системе. То есть вот вы видите, да, человеку достаточно внести имя, e-mail и нажимает «Получить доступ». После того, как он получает доступ, он попадает на вот такую страничку. В этой страничке первое, что делаем, конечно, хорошо бы просмотреть то видео, которое заготовил для всех партнеров, не называя своего имени, фамилии, никаких контактных данных вы нигде здесь не найдете. Это вот все, что мы здесь расположили, все, что мы для вас предоставили, не брендировано, никоим образом не привязано к какой-либо команде, структуре, ветке или еще что-то. Это то, что, собственно говоря, мои особенно зарубежные партнеры постоянно говорили, что дайте нам единый инструмент продвижения.
Вот мы постарались как могли своими силами через ту систему, которую нашли, вот автоматизировать этот бизнес. И вот первое, что вот этот ролик, он показывает о том, как воспользоваться. Здесь есть и о презентации бизнеса, и как, о том, как зарегистрироваться, и как настроиться. Посмотрели это видео, а дальше мы переходим в правый верхний угол, в профиль. И в этом профиле мы с вами настраиваем уже свои личные данные. То есть вот я постараюсь приблизить экран. Вы видите, что здесь я указываю свое имя, фамилия, отчество, мой телефон, мой скайп, чтобы мой потенциальный партнер смог со мной связаться. Указываю свой e-mail, если вдруг у него возникнет необходимость написать мне письмо. Я показываю группу ВКонтакте. И обратите внимание, я показываю здесь свой регистрационный номер, под который сейчас заинтересована. У меня много аккаунтов. И поэтому здесь я, честно говоря, периодически нажимаю на кнопку «Редактировать». И в зависимости от того, где, какую веточку мне нужно подтянуть, я сюда вписываю тот номер, который мне нужно именно сейчас, так скажем, ну, подсобрать, улучшить структуру. Поэтому и здесь же у нас с вами находится, обратите внимание, вот чтобы у вас персональная страничка оказалась настроена, ваша продающая страничка, ваша страничка захвата. Здесь начало уже для всех одинаково написано, до, включая вот последние слэшки, page, то есть empiresystem.ru, page, а вот в этой части вы вносите свою какую-то. Вот в данном случае, как у нас Евгений показал, у него там какой-то там с циферками. Что там у него было? Вот у Евгения было. Ольга, мне не видно. Сбросьте, пожалуйста, в чат потом. Наденька, что нужно будет сбросить в чат? Вот у Евгения заканчивается Асгард 336. Это его личное. Наденька, а что? А, школы не видно. Но я не знаю, честно говоря, я запись сегодня не включала, почему-то сервис наш, за который, кстати, платим немалые деньги, опять же, дал сбой по записи. И поэтому получается, что если кто-то из партнеров ведет запись, в принципе, я честно признаю, запись не веду. Вот. Ну и понятно, что повториться я вряд ли повторюсь, потому что я только готовлю слайды, а текст говорю так от себя, у меня нет написанного текста. Вот. Так вот, смотрите, вторым шагом у вас является что? Помочь своему новому партнеру зайти и настроить свою личную ссылку на продающую страничку. Вот я выбрала такую концовку, скажем, этой ссылочки, это как систем. Если мне не понравится, я нажму «Редактировать», на карандашик, да, впишу новое, и в конечном итоге у меня появится новая ссылочка. Вот, собственно говоря, такой самый основной шаг, который мы сделали. Ну а дальше все, пожалуйста, мы читаем о нашем сообществе. Вообще, зачем мы все в кучку здесь объединились? Здесь есть возможность посмотреть записи наших мероприятий, пройти на нашу группу ВКонтакте, поучаствовать в наших конференциях. Если вы посмотрите на наше расписание конференций, то они все здесь указаны. Вашим партнерам достаточно просто, вот я говорю, один раз дать ссылку на свой личный виртуальный кабинет, на свою продающую страничку, и всю необходимую информацию он всегда найдет. Если нужна ему школа, нужен будет углубленный маркетинг. Он увидит, что в четверг, пожалуйста, можно посетить мероприятие и послушать все о маркетинге. Если он приглашает каких-то новых партнеров, он может всегда знать, что в 8:00 по московскому времени всегда проходит в этой комнате, где мы сейчас с вами находимся, конференция. Достаточно кликнуть на ссылочку, и он попадет в эту же самую комнату. И будет слышать наших спикеров, которые каждый день у нас меняются. И я уже говорила, что в этом наша прелесть, что каждый из спикеров – это лидер, это человек, который уже прочувствовал
все инструменты компании, продукты и маркетинг, и готов ответить на любые вопросы ваших потенциальных партнеров. Вам ничего делать не надо, понимаете? Вот вам не надо тратить время на какое-то убеждение, рассказы, представление о компании. Все здесь есть. Если вы хотите дать какое-то, чтобы человек развивался и немножко все-таки посмотрел на, ну, так скажем, на свою духовную какую-то составляющую, да, чтобы он все-таки там не застаивался. И вот очень люблю вот этот вот фильм «В погоне за счастьем», да, который показывает, как все-таки целенаправленно можно идти к этому счастью, как можно преодолевать трудности, когда руки, кажется, уже все давно бы опустились, все-таки идти вперед. И у нас с вами та же самая система. Мы тоже с вами идем к какой-то намеченной цели. Все, что касается компании «Новая эра», пожалуйста, проходите. Пусть ваш партнер посмотрит, пусть посмотрит ролики. Опять же повторю, здесь нет никаких скайпов, никаких телефонов, никаких имен, что это видео там автор Ольга Каурова или еще там кто-то. Мы старались максимально уйти от того, что эта система вообще для всех абсолютно. Если вы хотите посмотреть о продукции, вы хотите, чтобы ваш партнер более подробно ознакомился, вот ссылочки. Пожалуйста, пусть он себе качает бизнес-каталог, пусть он посмотрит, пока к нему придет каталог на бумажном носителе, он себе уже посмотрит бизнес-каталог сам себе с программой «Сам себе доктор». Он скачает себе книгу о пыльце. Это вот для тех, кто больше любит там разбирать, а какие там ферменты, конферменты, какие там у нас, сколько там витаминов А, В и С. Вот, пожалуйста, для более продвинутых, ради Бога. И все, что касается... Вот лекция здесь нашего доктора о том, что, зачем и почему, почему вот наш традиционный медик, врач-онколог с большим стажем работы выбирает именно эту компанию, что она говорит о продуктах этой компании. Пожалуйста, берите, предоставляйте людям эту возможность, пусть они смотрят. Но если человек после того, как вот погулял по своему виртуальному личному кабинету, все-таки решил зарегистрироваться в компании «Новая эра», то вот осталось нажать на опцию «Регистрация», и, по сути дела, человек... Так, у вас на экране не успевает за мной, да? Я уже в другом месте нахожусь. Так. Я пишу, видите, мой контакт начала записывать, для своей структуры решила записать. Для чего там фильмы? Ну, Николай, ну на самом деле фильмы, я еще раз повторюсь, потому что ну, не может все быть только вот все-все-все нацелено. Так, я понимаю, когда Алексей взял нас правильно, может быть, говорит о том, что и днем, и ночью во время сна, дыхание, все только о новой эре, но на самом деле не только этим жив человек. Еще какие-то должны быть мотивационные такие вот моменты, которые, тем более, вот смотрите, мы сейчас находимся с вами в ситуации, когда еще только-только должна наладиться поставка продуктов. Только 8 января, наконец, принято в отношении России такое замечательное решение, что будут нам поставляться продукты, то есть они будут их заранее делать сначала к себе на склад, а потом уже отправлять к нам. Они никогда не работали на склад. Только... Ради нас сейчас принято такое решение, но начнется вот регулярная поставка, из Китая к нам продукты идут не менее 50 дней. Вот пока они сейчас, вот эти партии к нам пойдут, мы все еще испытываем продуктовый голод. То есть люди склонны к тому, чтобы сразу начать паниковать, а где мои продукты, почему не исполняются заказы, да что такое происходит, что это за компания. А дайте им посмотреть эти фильмы. Пусть они посмотрят, на самом деле, разве это та самая ситуация, из-за которой стоит истерить? Разве это та самая? Не было еще в компании случаев, вот сейчас я уже в компании практически год, и не было еще такого, чтобы кому-то не выполнили заказ. Понимаете, рано или поздно он придет. Я опять же перед своим, как всегда, вот выступлением включаю этот фильм «Человек может жить, 100, может жить долго, как минимум 165 лет». Но там есть такие замечательные слова о том, что на самом деле наши продукты не панацея ни в коем случае.
Мы просто говорим о том, что если с раннего возраста начнут постоянно, регулярно принимать наши продукты, то, по сути дела, человек избавит себя от каких-либо заболеваний. Если они у него есть, это не значит, что они у него, как только поступит первый заказ, они у него сразу все исчезнут. Не панацея наши продукты. Поэтому не надо сейчас истерить, они рано или поздно к вам придут. Но если вы хотите думать немножко вперед и понимаете, что тот заказ, который вы сделали, вам хватит всего там на 1,5-2 месяца, значит, делайте следующий заказ, так чтобы эти поставки шли непрерывно. А учитывая, что поставки сейчас из Китая будут в Россию налажены вообще постоянно, то у нас уйдет вот этот вот сбой по поставке продуктов. И не надо истерить, компания входит, понимаете, в рынок. Она в международный рынок выходит с таким амбициозным заявлением, что будет номером один. К 2020 году нам с вами всего осталось тут дождаться-то каких-то несчастных 5 лет, и мы будем с вами гордиться, что мы пережили эти все трудности. Поэтому фильмы эти, они помогают иногда успокоить вот эту истерию людей, и поэтому я, ну, если кому-то не нужны, да ради бога, ну, проигнорируйте вы эту опцию, уйдите в другое. Так, надо актуализация прайс продукта в системе Empowerment на пульса. Я везде актуализировала, а вот в этой системе стоил, спасибо огромное за подсказку, я действительно поменяла на Яндексе, да, я поменяла ВКонтакте, поменяла на электронном сайте регистрации, а здесь действительно я не коснулась стоил, жму руку, спасибо огромное, сегодня же это сделаю. То есть вот в любом случае здесь своим партнерам потенциальным, вот вы видите, здесь есть данные, необходимые для регистрации, все, что необходимо. Если человек надумал все-таки у вас зарегистрироваться, стать вашим партнером, ему остается нажать на ссылочку вот, для доступа к электронной регистрации. Нажмите на данную ссылку. Нажимает и попадает на отдельный сайт уже вне системы нашей партнерской системы, где опять же, нет привязки ни к какой структуре, ни к кому конкретно. Он заполняет все данные, которые у нас предусмотрены в нашей регистрационной форме. И в самом конце ему только останется, не забывайте, обязательно загрузить сюда файл с заказом, потому что это важно. Свои данные и данные своего наставника, спонсора и рекомендателя он здесь уже указал. Поэтому перед подписанием никакого нет, он указывает именно того человека, кто его пригласил в эту компанию, выбирает файл со скрином оплаты, прикрепляет и нажимает на вот эту красненькую кнопочку «Отправить форму регистрации». Все. То есть в любом случае его уже регистрация запущена, вам ничего возиться особо с человеком даже не придется. Ну, пока экран свой приостановлю. Да, я хочу сказать, что, Николай, он бесплатный до 100 регистраций. Если у вас появится 101 партнер, вы будете платить деньги. Я в данном случае сейчас покажу вам свой скрин экрана, сколько я плачу за этот сервис. Я плачу $149.7 каждый месяц. За месяц работы вот этого сервиса для всей компании, так как у компании пока таких средств нет, я плачу из своего кармана. И это не бесплатный сервис, он всего до 100 человек. Но понятно, что Николай вряд ли устроит структуру в 100 человек, правда же? Поэтому если вы хотите все-таки для всех, то будете развиваться. Ну, Николай, я, честно говоря, много раз слышала упреки даже от своих партнеров в команде, что слишком много распыляюсь. У меня даже есть один человек, который я очень уважаю в Питере, и который, ну, немножко так поругивает меня и говорит о том, что хватит играть в социализм. Наверное, уже горбатая могила исправит. Меня так воспитали, что сделал добро и брось его в воду. В конечном итоге, чем больше отдашь, тем больше получишь. Я нисколько не жалею то, что я вкладываюсь очень много в компанию. Я в любом случае понимаю, что сейчас наконец наступил момент, когда я получаю хорошие доходы, и моя структура, слава Богу, очень дружная, очень такая теплая. Никогда никто у нас ни на кого не ругается, у нас нет каких-то перепалок.
Понимаете, вот настолько обожаю свою команду за то, что вот в любом случае люди, и вот сейчас даже, вот опять же партнер из моей команды, Ирочка, она прям тут же конкретно говорит, не буду я ни с кем ничего делить, пусть это будут пока мои затраты. Я дождусь, когда мы доживем с вами до времен, что компания в конечном итоге отдаст все те наработанные инструменты, сейчас они у нее активно работают, вы знаете, что в Китае сетевые компании, это особо жесткие у них там законы, и всего одна единственная государственная сетевая компания, государственная сетевая компания, одна единственная в индустрии здоровья, это наша компания. И, конечно, туда вложены огромные средства, и сейчас там все автоматизировано, не только само производство, но и купить можно. Прямо вот так же с сайта зайти и купить любой продукт, и отразятся ваши баллы, причем моментально в личном кабинете. Я дождусь этих времен, и у нас это будет. Пока просто мы для них еще настолько мелочь, настолько капля в море, в их миллиардных оборотах, наш вот этот миллион долларов, который мы сделали, в конечном итоге, ну, придет к нам это. Я дождусь вот этих вот времен, понимаете, когда вот будет уже все легко, все будет автоматизировано просто. Да, Николай, я узнавала у этой системы Tiger, как сделать абонплату. Был момент, конечно, когда я прям немножко была в отчаянии, что и надо продукт как бы вот вложиться, купить, потому что у команды растут запросы, и есть другие партнеры, которые выходят, живут из Красноярска, рядом с Красноярском, и говорят о том, что давайте продукт. И всегда стоит дилемма, положить в карман или же потратиться вот на какие-то вот такие системы, или же все-таки купить больше продукта, чтобы предоставить людям возможность быстрее получать свои заказы. Но в настоящий момент оказалась вот эта система Tiger, мне отписалось о том, что только с 5000 партнеров, когда будет 5000 партнеров, тогда можно будет говорить о какой-то арендной плате. Знаю, что такие, как NetHouse, знаю такие, как Jet Network, они все работают тоже на этой системе Tiger, и у них уже аренда установлена. Но у них и партнеров там уже структуры такие большие. Мне, видите, еще пока не хватает, не могу внести вот эту абонентскую плату. Наверное, может быть, это разумно и рационально внести такую абонплату. Но вот Tiger мне отписался, что только когда 5000 у меня будет партнеров в этой системе, тогда они разрешат делать вот какую-то абонплату, аренду, делить на партнеров. Пока это остается. Но не в этом дело. Это спасибо вам огромное за поддержку. В любом случае, я не для этого даже, собственно говоря, рассказала. Вы просто меня зацепили тем, что вы пользуетесь этим бесплатно. Я еще раз повторюсь, это всего до 100 человек. А потом дальше вы вынуждены будете точно так же принимать решение. Значит, по тому, что... Опять у меня слайд не переключился. Сейчас, секундочку, я... Попробую. Ага. Вот, кстати, скрин, то, что я говорила, с 14 октября мы запустили эту систему с моим партнером Олегом Колчаковым. Спасибо ему огромное, хоть он сейчас и отошел от общих наших таких вот взаимодействий. Партнеры от него, у него в команде продолжают появляться, но сам Олег сейчас пока увлекся другой какой-то системой. Но не факт. Главное, что вот конкретно это из моего личного кабинета скрин. Вы видите, что у меня конкретно с помощью этой системы 43 партнера. В структуре у меня через эту систему прошло, через меня именно 2426 человек. Это данные за месяц, вы видите, да? С 15 января 2015 по 13 февраля 2015. То есть на самом деле это данные, которые я вот буквально сегодня только делала скрин. Вы видите, что это вот они наши свежие данные. И я сделала скрин за 30 дней. Вот вы видите, что у меня 9-уровневая получилась система, у меня 88 входов, и вот из этих 88 входов вот все-таки довольно хорошая считается конверсия, когда уже более 10%, у меня 17,1% конверсии. Ну и вот 140 дней в системе я конкретно нахожусь. То есть сама по себе система зарегистрировала уже, вы видели,
Я когда с вами делилась экраном, там было 3456 партнеров. За это время, когда мы запускали эту систему, я была на шестой степени, сейчас я на восьмой. И доход мой, понятно, что увеличился уже с $1000, уже возрос до 3500 долларов в месяц. Поэтому, конечно, ну, в любом случае, у меня сейчас уже совесть даже не позволяет с кем-то говорить о каких-то расходах, что пускай это будут мои расходы. Ну и мало того, вот благодаря опять же тому, что некоторые мои лидеры очень хорошо используют эту систему, у меня очень таких три серьезных веточки, которые, я надеюсь, мне еще и помогут быстро добраться до 10-й и звездной степени. Все это благодаря вот этой системе. И опять же вот делала скрин, где на экране хочу вам показать, это буквально за последнюю неделю. Автоматически она показывает, где у нас какие, не показывая контактных данных, но вот мы видим, что есть в структуре вот такой вот тут Дима, молодец, который провел 35 регистраций. На втором месте вот у нас вот Виктор Фомин, и это все тоже видно в ваших личных кабинетах виртуальных. Юра прям благодарна ему, что вот он не опускает руки, что вот он активно продолжает развиваться, и это партнер из моей команды. Мария Катюшина, опять же, вот горжусь вот своими партнерами, все равно, вот как вот тут не коснись, я говорю, вот обожаю всех своих, кто в моей команде, потому что вот настолько какие-то позитивные. Мария Миронова, человек, который с очень нежной, трепетной душой, но настолько ко всему относится очень серьезно. Ну, Дениса Трофимова вы знаете, он сам себя умеет продвигать и тут по всяким системам. То есть в любом случае есть ориентир, есть такой спортивный интерес. В конечном итоге, как бы вот у меня первое время, прям я, как бы там, да, мы эту систему запустили, я как бы так это, знаете, как гонки, там на ипподроме так у меня было. Так, меня опережает Денис, меня опережает Олег. Что ж такое? Я-то все-таки в конечном итоге уже посильнее лидер. Что ж они меня опережают? Знаете, какая у меня была прям борьба. Ну, а сейчас уже как-то вот немножко опять увлеклась тем, что надо инструменты больше для команды готовить. Поэтому пока вот больше занимаюсь опять доработками и наработками. В любом случае, я очень надеялась, что вы сейчас вот услышали от меня, увидели какие-то моменты, что у нас нет никаких территориальных разделений, что это вся система для вас, что здесь вот я кратко так вот написала, что весь мир у ваших ног. Понимаете, пользуйтесь, пожалуйста. Вот кто знает тех людей, кто уже зашел в эту систему, кто пользуется, пожалуйста, используйте вы эти все преимущества. И еще раз, вот смотрите, я поделюсь опять же вот экраном. Это меня просили показать вот мои девчонки, которые наиболее сложно, которым сложно понять, как это вообще все-таки происходит. Я сейчас вот на ваших глазах просто покажу, как я продвигаю, собственно говоря, вот эту страничку захвата. Все, мне достаточно только того, что она у меня есть. Так, я сейчас посмотрю, отражается ли у вас на экране. Заказ. Так. Ага, у вас экран мой отображается. Значит, смотрите. Я сейчас захожу в группу, сначала свой личный кабинет. Так, отразился он у вас там. Я смотрю, Оля задает мне вопрос. Я у тебя как работаю с зарубежными партнерами в плане продукта? Отправляем посылками, как обычно. И вот была одна из крупных посылок, это в Украину. Одна из крупных посылок была это в Канаду, там, где сразу более 10 килограмм весом продукты. Просто отправляем. Валентина, я поделюсь с вами ссылкой чуть позже, хорошо, в скайпе спишемся, и Валентина это партнер моей первой линии, поэтому, Валентина, я обязательно с вами поделюсь. Вот смотрите, вот здесь, вот она моя страничка, да, в правом верхнем углу, вам видно, на коричневатом фоне есть страничка. Либо я могу на нее нажать мышкой «Открыть в отдельном окошке»,
и скопировать с адресной строки браузера. Либо просто здесь правой клавишей мыши, когда щелкаем на вот этом коричневом поле, где написано «Ваша страница», и копировать адрес ссылки. Вот я скопировала сейчас адрес ссылки. Теперь открываю. Надеюсь, у вас там за мышку успевал. Группу ВКонтакте. Открываю теперь я. Я на основе контакта покажу, ладно? Зайду на свою личную страничку, не буду на самой группе. Вот моя личная страничка группы ВКонтакте. И вот здесь я сейчас вставляю эту ссылочку. Смотрите, автоматически здесь она уже вот у нас появилась. Вот даже фотография отразилась Людмилы Воробей. Очень люблю, ценю, Николай Ботика. Это вот скрин экрана чека. Ну вот пускай будет он. И смотрите, теперь вместо вот этой ссылочки я ее убираю и пишу тот текст, который, ну, мне наиболее близок, так скажем, да. Мы за то, чтобы были здоровыми наши дети. Вот, я на этом пока ограничусь. И, предположим, я еще хочу фотографию какую-нибудь прикрепить, чтобы все-таки повиднее было. Я нажала «Загрузить фото». Сейчас какую-нибудь возьмем фотографию. Прям сразу с компьютера что-нибудь такое готовое. Ну, предположим, вот про пыльцу, там, где вот я слайды готовила для презентации, пусть будет вот этот слайдик. Вот. Пыльца сосны из Китая, единственная среди тысяч БАДов, получила там вот мировой вклад. Вот. И, честно говоря, все-таки ссылочку-то я верну, чтобы народ на всякий случай мог еще и на нее щелкнуть. Нажимаю «Отправить». Смотрите, все мои друзья, вот у меня тут 320 друзей, все мои друзья на своих страничках увидят вот этот текст. Они увидят о том, что вот мы за то, чтобы были здоровыми наши дети. Они увидят вот эту ссылочку, они увидят здесь внизу ссылочку. И вот когда они на нее кликнут мышкой, они автоматически попадут на мою личную страничку, продающую страничку. Вот, помните, я говорила, я настраивала в своем личном кабинете концовочку «System». Вот как раз после «Page» у меня вот здесь вот «System». Вот это моя вот личная продающая страничка. То есть те люди, кто потенциальные партнеры, если их когда-то что-то вот тут заинтересует, они по ней пройдут. Вот почему конверсия-то получается 88 входов, из них 17% все-таки людей зашли и зарегистрировались. И еще один момент, который я хотела бы вам показать. Помимо того, что люди попали на вашу страничку, пожалуйста, обратите внимание, здесь, когда вы видите вот такой оранжевый, как бы доспехи такие оранжевые, на оранжевом фоне. Нажимаем на них. И обратите внимание, вот здесь вот у меня новые партнеры, которые еще не настроили свой личный профиль. То есть у них нет ссылки на их личную продающую страничку. У вас есть сейчас возможность конкретно со своим новым потенциальным партнером связаться и постараться с ним наладить контакт. Есть Skype, можете сразу здесь кликнуть, у вас пойдет звонок в Skype. Вот здесь вот вижу моя Сивиль из Азербайджана, вот она тоже не настроила ссылочку. И моя задача сейчас с новыми партнерами пообщаться, это и как раз мой контакт как спонсора, и все-таки людей надо знать, помочь им освоиться, как эту систему всю запустить. Вот у меня, вот там, где нет ссылки, это повод для того, чтобы связаться с этими новыми партнерами и помочь им. Кто-то молодец, сразу сообразил, вот сразу есть ссылки, все настроил, все сразу посмотрел, все материалы. И бывает в соцсети не все ссылки пропускал.
Олечка, бывает такое, что не все соцсети пропускают. Опять же, зайдите, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте. У нас Денис Трофимов совсем недавно, 2 недели назад, проводил замечательный тренинг. Как сделать так, чтобы одноклассники вас не банили, чтобы вас ссылки ваши не считали какими-то там вредоносными, чтобы... Так, я сейчас себе запишу через систему Empire. Мы вот это видео постараемся тогда вам всем разослать. Ссылки в соцсетях. Уход от бана, да? В соцсетях. Бан. Так, я постараюсь прям, вот опять же, зачем нужно, чтобы человек, когда заходил к нам через страничку, продающую страничку, обязательно оставлял свой e-mail, чтобы мы могли через единую систему до них донести вот эту информацию. Одним письмом убить сразу нескольких зайцев, так скажем. Ну, возвращаюсь к презентации. Я сейчас еще раз быстренько пробьюсь. Совсем коротко. Здесь у меня остались только, по сути дела, вопросы и ответы. Те, кто там сильно наезжал и пытается... Знаете, вот иногда так вот бывает не столько обидно от каких-то, что люди не оценили, там что-то не... А когда начинают пытаться тебя обвинить в том, что даже вот мысли-то не было никакой, я не знаю, какой-то корысти-то не было абсолютно. И начинают тебя обвинять в том, что вы пытаетесь продвинуть сами себя, что это вы делаете какую-то, вы продвигаете свою команду там. Вот волей-неволей, позвольте, пожалуйста, я прям приготовила слайды, где в конечном итоге, конечно, можно, Олечка, можно. Значит, смотрите, вот задает мне вопрос партнер. Вот, сейчас, подождите, это уже у меня ответ. Сейчас, как он мне вопрос-то ставил. Обидно, так говорю, иногда читать. Начну с того, что платформа не создана Олегом. Я там ему объясняла о том, что это создавал, в принципе, Олег Колчаков, да, вот эти все видео, это всю систему основную разрабатывал. И вот он мне парирует, мой партнер, о том, что не создана Олегом, как он это там нам рассказал, что это система на основе Тайгер. Никто и не скрывает, что она на основе Тайгер. Мы искали такую систему. И что любой человек, мол, может зайти и все автоматизировать. Ради Бога, пожалуйста, заходите, еще раз повторюсь, вы всего до 100 человек дойдете, а дальше я посмотрю на все ваши бесплатности. Конечно, может любой желающий. Мы предлагаем инструмент единый, да, куда мы уже вложили свои какие-то знания, какие-то умения, часть жизни своей какой-то положили. Если не нравится, Господи, да ради Бога, мы же никому не навязываем. Мы просто говорим о том, что ребята продолжают почти каждый день ко мне в скайпе приходить запросы о том, что «Ольга, сделайте блог». А я все время говорю, ну ребята, ну зачем теперь отдельный блог? Ну вот же создано уже одно для всех. Понимаете, она действительно на основе системы Tiger. И в конечном итоге, я еще раз повторюсь, она совсем не бесплатная. Для того, чтобы вот вы все могли в ней заходить и пользоваться, она действительно стоит реальных денег. Она не придумана у меня из головы. И мало того, я хочу вам показать вот следующий слайд. Вот мой скрин, где я последний раз пополняла эту систему, чтобы вы не подумали, что я тут что-то придумаю. Вот в этой системе есть вот там, где вот аренда, это аренда, в принципе, системы. И вот они $149,7. И вот до 28 февраля она у меня работает. И если я дальше не проплачу, то, конечно, она вся грохнется. Ну, все тогда мои старания, усилия пропадут даром. И я, конечно, буду ее проплачивать, я буду ее держать дальше. Потому что слишком много людей уже там находится, и не хочется никого не обмануть, ни каким-то образом кинуть, так скажем, за борт. Вот, и потом, значит, вот у меня Виктор спрашивает, зарегистрируешься в системе, мы, имеется в виду партнеры Новой Эры, напрямую не только продвигаем сайт Ольги, где вы тут видите сайт Ольги, улучшаем ее трафик, рекламируем ее, но и вся база наших данных и база данных наших партнеров уходит к ней. Все это сохраняется у нее на сервере. Но знаете, вот тут прямо аж крик души, честно говоря. Ну, во-первых, эта система, еще раз повторюсь, там нет нигде никаких контактных данных. Ну, а кроме того, в любой системе везде работают живые люди.
Вы понимаете, что если любого так взять, кто-то JIT-Network тут же разрабатывал, кто-то сайт Эйвона разрабатывал, кто-то, куда ни коснись, это везде живые люди. Но самое интересное, я еще раз повторюсь, вот я вам даже показала самое начало нашей странички, как только человек прошел по продающей, набрал свое имя и e-mail, он попадает вот там, где видео Олега. Так даже имя он свое там не называет. Там, конечно, можно было, вот здесь вот в самом низу последнее предложение, прочитайте, безусловно, можно нанять третье лицо, актера. Но, извините, у меня еще таких денег нет. Я просто воспользуюсь тем, что умеют делать мои партнеры. Почему мне этим нельзя воспользоваться? Тем более, что я еще раз повторюсь, здесь нет никаких моих каких-то личных данных. И так как компания нас пока не инвестирует, вспомните, большинство наших лидеров продвинулось каким образом? Они не ждали, когда компания что-то даст, а делали сами. И я в точности, в том числе. Понимаете, я не буду ждать, пока компания нам дойдем мы до тех объемов, когда в нас начнут наконец вкладывать там, и давать нам настоящие хорошие материалы. Все должно быть. Но пока, извините меня, делаем то, как есть. Как все создаем своими руками. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я иду к своей цели. Я уже много раз повторила. Я буду к 2020 году миллионером, долларовым миллионером именно в этой компании. Да, где-то трудно, да, где-то иногда, как вот ругает меня мой наставник вышестоящий, что бросьте в этот свой социализм. Да, наверное, это неправильно. А с другой стороны, именно в этом и здорово, что вот мы, да, Валя, вот именно так. В конечном итоге наше дело правое. Мы несем хорошую, добрую информацию. Мы должны научить людей заранее понимать, что в России всего 10% населения принимает биологически активные добавки. И до сих пор не осознали, что почему японцы живут дольше всех на свете, потому что у них 95% населения начинает утро в течение дня и заканчивает день биологически активными добавками. И мало того, у них сетевой бизнес охватил буквально все. 95% какая-то заколдованная цифра для Японии, 95% всех сфер их деятельности, начиная где они покупают мыло, заканчивая где они принимают там душ, у них все это через сетевые компании. И только у нас какой-то страх. Как будто вы там предложили человека убить, я не знаю, что-то вот такое страшное-пристрашное. Потому что мозги-то у нас еще неправильные. Понимаете, у нас есть куда еще двигаться, у нас есть где развиваться, у нас есть кому нести информацию. И поэтому вот в настоящий момент у нас с вами замечательная такая возможность быть первенцами в этом бизнесе, оказаться на самом-самом верху вот той трапеции, которая по маркетингу предполагается. Все равно есть более широкая часть у трапеции, да, где народ уже не будет получать таких финансовых возможностей, как мы с вами, те, которые переживем эти трудности. И мало того, в настоящее время пока нам никто ничего другого не предложил. Покажите мне, какая команда сейчас предложила что-то другое. Дайте инструмент. Я с удовольствием попробую с инструментами другой команды. Давайте попродвигаемся вместе. Критиковать всегда легче, честно говоря. Всегда находятся те, кто вот обязательно найдут какой-то вот еще вот там камень за пазуху вот надо бросить. И что, обвиняли меня в том, что я собираю подписную базу. Во-первых, я не занимаюсь, еще раз повторюсь, никаким спамом. Это все, что касается рассылки какой-то информации, это чисто деловая информация, касающаяся новой эры. Это то, что полезное для вас, то, что я общаюсь напрямую с руководителями в Питере, и то, что пытаюсь донести до своих партнеров, ну и чем вам от этого хуже? А собирает эту базу Smart Responder, действительно он там ее собирает, но там кроме e-mail больше ничего и нет. И система, любой другой, кто начнет создавать эту систему, он что, по-другому ее сможет как-то организовать? Он как-то вот уйдет от того, что у него не будет на сервере сохраняться информация, а извините, где же ей тогда хранится эта информация? И поэтому в любом случае вы должны понять, что мы, если где-то в чем-то дали сбой, если где-то мы в чем-то неправы, всегда готовы к обратной связи. Вот дайте информацию, что лучше еще улучшить, или помогите в конечном итоге. А кто-нибудь была бы счастлива, если бы кто-то на себя взял просто роль бесплатной рассылки вот партнерам. У меня всегда есть информация,
Но не всегда есть время вовремя там зайти в смарт-респондер и составить эти письма. Вот кто-нибудь бы взял на себя такое, вот была бы просто признательна, чтобы кто-то еще вот поработал на всех партнеров компании. Вот, и если кто-то найдет какие-то казусы еще, какие-то выставит конструктивные предложения, не просто обвинения, а все-таки предложит какие-то варианты, еще и сам возьмется это сделать, я буду только счастлива поработать вместе. Ну и про сервер я уже сказала, в конечном итоге рассылку отключать нет никакого смысла. Ну, Людмила, вот я, конечно, и так чересчур что-то сегодня все вокруг себя. Спасибо огромное за доброе слово. Людмила всегда мне только все хорошее говорит. Но не ради вот этих вот каких-то орденов, званий, что ой, больше всех сделал там или еще что-то. Понимаете, просто иду к своей цели, честное слово. Вот как барашек уперлась и сказала, что дойду. Вот какими бы трудными путями это ни было, но я туда обязательно приду. И о том, что вот вышестоящие там, получается, больше всех там партнеров имеет. Да вот, еще раз повторюсь, здесь нет никакого переподписания. Если даже кто-то по моим ссылкам и прошел в эту систему, ну, в любом случае, они точно так же и по вашим пройдут, и по тем кто-то еще где-то, понимаете, и для этого она и создана, эта система, чтобы по чьим-то ссылкам дать возможность людям вот заходить на единую систему, где все есть в одной кучке. Все вот необходимые данные для того, чтобы запустить свой бизнес и начать уже нормально строить структуры, пожалуйста, берите и делайте. Никаких, вот я говорю, корыстных. И еще вот задавали вопрос, да, что в конечном итоге даже вот не буду уже тут останавливаться. У меня еще вот был вопрос, когда человек, а вот у меня спрашивала Ирина из Татарстана, она как раз спрашивала, что вот так получилось, что мне ссылку на вашу систему дала моя партнер, которая в новой эре у меня стоит ниже. Мол, я у нее спонсор. Почему так получилось, что в этой системе она у меня как бы спонсор? Еще раз повторюсь, мои дорогие партнеры, уважаемые мои коллеги, это система для привлечения новых партнеров. Если кто-то зашел уже из действующих партнеров, здесь же разницы нет, вы же по новой там не регистрируетесь в новую эру. Вы же там в конечном итоге, даже если зайдете на электронную регистрацию, уже покажете те регистрационные номера, которые вам интересны, вы уже знаете эту систему, вы уже развиваетесь, вы понимаете, что на самом деле там надо указать. Здесь больше настроено на то, чтобы вы могли с помощью этой системы продвигать себя по всему миру, привлекать новых партнеров по всему вот нашему земному шару. И чтобы эти люди, когда придут, они именно, если надумают регистрироваться, именно попали уже под вас. А вот тогда и вы будете зачинателем этой структуры. Ольга, а будет запись? Не успела зайти. Важные вопросы для нас всех. Я честно повторюсь еще раз, Алма, если кто-нибудь ведет запись, откликнитесь, пожалуйста, сможете ли вы поделиться, если кто-то ведет. Но если не ведет, то не судьба, конечно. Я не веду запись. У меня сервер дал сбой. Он сказал, что извините, записи в этот раз нет. Леночка, можете свой скайп сбросить или какие-то контактные данные? Мы будем вам очень-очень признательны, если вы... А давайте я напишу единый, так скажем, опять же, командный электронный адрес, который не привязан именно ко мне, но где собираются все вопросы. А вы мой скайп знаете, да, Леночка? Давайте. Инфопартнер 2013. Леночка, буду очень признательна, если вы сбросите, и тогда мы через всех поделимся вот этой записью. Огромное-огромное спасибо. Значит, так, и, значит, еще раз повторюсь, да, что если действующий партнер зашел по ссылке своего же партнера, не расстраивайтесь, это все равно вы просто получили зато возможность иметь свой личный виртуальный кабинет.
Мы работаем, используя эту систему для наращивания структуры, для привлечения новых людей. Не как вам вышестоящий, там вот по нашему партнерскому вот этому сообществу «Новая эра», партнеру никак не помешает, ваши интересы там не сопересекутся, и никто ни у кого ничего не переподпишет. Поэтому, значит, в любом случае вы поймите, что это единые инструменты, которые вам в данном случае помогут продвигаться, и особенно если есть партнеры, которые уже с большими такими, с большим опытом работы в компанию, где все автоматизировано. Вот с ними вам будет намного проще общаться, сразу предоставляя ссылку на вот нашу вот такую единую систему. Вот, в общем-то, такие самые главные вопросы вычеркивать можно. Как-то было несколько пустых регистраций с несуществующими именами. Я бы их удалила, но не увидела такой возможности. Честно говоря, вопрос на засыпку. Я думаю, что если несуществующие e-mail, они вряд ли туда и попали. Система Tiger отслеживает существующие или несуществующие e-mail. И, честно говоря, мне такие партнеры с несуществующими ни разу не попадались. Скорее всего, наверное, их и система как-то не пропускает. Или вы прям попадали в свой личный виртуальный кабинет через несуществующий e-mail? Там же, честно говоря, надо посмотреть. Я вот ваш вопрос сейчас запишу себе, Николай. Как-то даже вот не могу сказать. Ну, в общем, вопрос на засыпку. Я постараюсь найти ответ. Сейчас прям даже не скажу. Ну, самое главное, не проходят письма, да. Самое главное, что, да, несуществующие мы, если говорить, каким-то образом прошли. Николай, ну, попробую узнать. Автомат возвращаем, да? То есть получилось, что вы в эту систему попали? Или это вы в смарт-респондере? Николай, давайте с вами в скайпе отдельно спишемся. Мой скайп у вас есть. Давайте потом на эту тему посмотрим. Так. В общем, самое главное, надеюсь, вы понимаете, да, что вы создаете, в общем, здесь свою систему, являетесь, в общем, автоматически партнером этой системы, от вас идет рост, и, по сути дела, вы через вот такую единую систему продвижения доходите до, ну, грубо говоря, получаете рупор такой, который дойдет до любого человека. Только что вот единственное на русском языке, конечно, все для зарубежных партнеров, может быть, это не всегда удобно, потому что уже все больше и больше у меня структуры появляются, которые совсем, где партнеры привлекаются более молодого возраста, и где они очень плохо говорят по-русски или вообще его даже не знают. Поэтому уже сейчас вопрос поднимается о том, чтобы на английском языке. И вот это вот сейчас уже следующий для меня этап. Это перевести все наши инструменты на английский язык. Так что, в общем, не упускаем возможность использовать то, что для вас как бы вот специально уважаемые мои партнеры наработаны. И еще хочу вас призвать, если кто-то готов еще так же вот работать, как мои партнеры в моей команде, мы даем презентации для всех. Мы не прячем свои ссылки, мы не прячем время своих проведений. Мы никогда никого не выгоняем со своих школ. Как, к сожалению, столкнулись, опять же, мне было очень неприятно оправдываться перед своими германскими партнерами, которые взяли и попросили выйти из комнаты, а даже, можно сказать, не попросили, а просто взяли и бам, и войти больше они не могут. То есть им бан навсегда за то, что они вот именно такие чужие. Но, конечно, было не очень приятно. Но вот мы работаем для всех. Если есть кто-то вот еще с таким посылом, что в конечном итоге давайте жить дружно, давайте работать на всех. И кто-то может проводить какие-то тренинги. Давайте вместе объединяться. Еще раз повторюсь, гуртом легко и батьку бить. Вот честное слово. Так что каждый вкусник кует свое счастье, лишь бы молот взял по плечу. От большого уж плоское счастье, а от малого все по чуть-чуть. Так и в жизни сначала наметишь, ты потом к этой цели пойдешь. В малом вехе. Да, это здорово.
Ну, в общем-то, практически я все порассказала вам, все показала. Сейчас только последнее что-то у меня оставалось. А, по новым. Да, точно, Николай. И хочу сказать, что постоянно поступают запросы. Я, можно сказать, за день по раз 20 даю ссылку на документы новые, там, где у нас изменилась в рублевом эквиваленте стоимость продуктов. Будьте добры, вот смотрите, она можно прям ручкой, там, карандашиком переписать себе, ну или хотите, я вам в скайп брошу нашу ссылку на группу ВКонтакте, ой, в скайп или в чат. На самом деле, там в разделе документы все загружены. Сейчас вот не все стихотворение вошло, ага, я тоже заметила, но хорошее стихотворение. Когда придет карточка? Вот у меня часть партнеров сканы уже получили, та партия, что дошла, а те, кто там заканчивается номер на 77 с чем-нибудь, там 7701 и дальше, или на 53 с чем-то, там 55 с чем-то, то вот эти карточки вот-вот-вот должны только поступить. Номера есть регистрационные, но не всегда приходят карточки вместе с продуктом. Бывает так, что вот нам задерживают поставку карточек. Не пугайтесь, к 20 числу я думаю, что все карточки, по крайней мере, опять же, мои партнеры мне помогут. Мы все отсканируем, все вам вышлем, вы в личные кабинеты зайдете, все увидите. Карточки вот-вот-вот на подходе. Так, и еще раз повторюсь, что значит все новые бланки вы можете скачать. Сейчас вот здесь в системе партнерского сообщества я тоже обновлюсь. То спасибо еще раз. И если есть все-таки понимание, что мы работаем одной командой, у нас есть ежедневные презентации, кроме воскресений. А так с понедельника по субботу включительно в 20:00 по московскому времени в этой комнате вы можете не тратить свои силы на рассказы о компании, о продуктах, а просто пригласить человека на презентацию. Вы знаете, что в одно и то же время стабильно в этой комнате можете встретить, послать человеку ссылочку на эту комнату, пусть он заходит, пусть он посмотрит, послушает, а потом вам остается только созвониться и узнать, что понравилось. В конечном итоге, если человек совсем ничего не зацепит, значит, это не его. Если разговор состоялся, считайте, что вы воспользовались, опять же, общими какими-то инструментами. Все, дорогие мои партнеры, на сегодня у меня все. На 8:00 у нас начнется презентация, которую будет вести мой замечательный партнер Денис Трофимов. Вы, если сейчас где-то что-то недопоняли, можете еще задать вопросы, я что-то могу еще пояснить. В принципе, все. Если есть полезные. Спасибо большое, что полезно. Леночка, жду от вас тогда ссылку, если удалось записать. Спасибо вам огромное тоже за доброе слово. Всем вам шикарного настроения, впереди выходные. На самом деле, вот когда общаюсь с вами, у меня нет ощущения, что как будто мы сразу с вами в разных где-то местах. У меня ощущение всегда, как будто я вместе с вами. Вот почему-то все равно рисуется в голове на каждое имя, на каждого вот участника. Вот, проглядываю, когда чат, все равно вижу каждое лицо, может быть, оно совпадает, может, нет. Но очень-очень люблю и ценю вас за то, что вы правильно все равно выбрали направление, за то, что вы с нами рядом, за то, что вы все равно, вот видите, вот находите время, это часть жизни, да, вот присутствовать на таких школах. Спасибо вам огромное. Вот поддержка все равно, когда вот все вместе, она очень много значит. Всего вам самого-самого доброго, самого хорошего, здоровья вам, шикарного настроения. До новых встреч. Пока-пока.